Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». 29 апреля Венера перейдет в знак Тельца и принесет с собой спокойствие и комфорт. Усилится внимание к красоте, внешнему виду и отношениям. Захочется больше стабильности, радости и любви. Это прекрасный период для раскрытия своих талантов. А вот Марс, который с 30 апреля будет находиться в огненном знаке Овна, добавит в мир большой поток энергии. Скромные люди могут стать более смелыми и решительными. Во многих проснется дух соперничества и инстинкт завоевателя и защитника. Эти качества можно использовать для достижения своих целей разными способами, которые следует тщательно выбирать и думать, прежде чем что-то делать. Это хорошее время для активных шагов в бизнесе и соревнованиях. Краткосрочные дела в этот период также решаются достаточно успешно. А теперь подробнее об астрологическом прогнозе для каждого знака с 29 апреля по 5 мая. На этой неделе у Овнов могут быть большие проблемы с самоорганизацией. Вам будет сложнее, чем обычно, взяться за повседневные дела и выполнять их в привычном темпе. Вас может отвлекать все вокруг – окружающие, события, собственные навязчивые мысли. Не стоит пытаться переломить ситуацию, лучше взять небольшой тайм-аут. В ближайшие 7 дней фортуна будет улыбаться тельцам, так что вам стоит приготовиться к приятным сюрпризам. Возможно, вам повезет в любви или вы получите деньги, на которые уже не рассчитывали, а может быть, вас порадуют какие-то хорошие новости. Всю неделю астрологи советуют обращать внимание на цифру 4. Она может принести вам большую удачу, а 4 мая смело покупайте лотерейный билет. Для близнецов настало время действовать. Можно сколько угодно строить планы, однако когда-нибудь их надо воплощать в жизнь. Возможно, представители воздушной стихии не могли решиться начать какой-то проект, признаться в своих чувствах, определиться с отпуском или сделать покупку, о которой давно мечтали. Если так, то первая майская неделя – прекрасное время для того, чтобы волевым решением взять быка за рога. И даже если впереди еще долгий путь, не надо останавливаться. Любая дорога начинается с первого шага. Раки будут находиться под властью желаний и внезапных порывов, вплоть до того, что какие-то свои шаги вам и самим нелегко будет объяснить. Чтобы под влиянием сиюминутных эмоций не наделать ошибок, стоит прислушиваться к мнению друзей и родных. Просто поверьте им на слово, со стороны виднее. Львы могут придавать каким-то событиям больше значения, чем они того действительно заслуживают. Восторгаясь и негодуя по любому поводу, вы будете не самым легким в общении с человеком. Кроме того, повышенное внимание вы можете уделять приметам и совпадениям, придавая им большое значение. События этой недели могут помочь девам выгодно показать себя перед нужными людьми. Для того, чтобы этот сценарий осуществился, вам нужно постоянно находиться в центре внимания и не стесняться демонстрировать окружающим свои таланты и способности, даже в самой непредсказуемой обстановке. С 1 мая можно начать небольшой ремонт и перестановку мебели в доме. Чтобы новая обстановка способствовала гармонии, в интерьере должны преобладать теплые цвета. Также желательно развесить картины, на которых будет изображено то, что вы хотите привлечь в свою жизнь. Весы рискуют оказаться против своей воли втянутыми в водоворот событий или даже интриг. Окружающие будут пытаться манипулировать вами, преследуя свои цели. Возможно, вас попросят принять участие в каком-то деле, отведя вам определенную роль. Лучше держаться в стороне от таких компаний. Скорпионы будут способны на неожиданные и импульсивные поступки. Внезапно вспыхнувшие чувства, новые знакомства, погоня за развлечениями, неожиданные решения, флирт – все это вполне характерно для вас в начале мая. Как бы вам ни хотелось расслабиться, не стоит совсем уж терять голову, а вместе с ней и контроль над собой. Стрельцы рискуют столкнуться с такими не самыми лучшими проявлениями чувств, как жадность или зависть. Возможно, они будут направлены на вас, а может, вы сами ощутите это чувство. Лучше не выставлять свои достижения на показ, чтобы не вызвать гнев окружающих.
Козерогами в данный момент движет здоровый азарт. Он будет выражаться в желании кого-то опередить или сделать что-то лучше, чем другие. Соперничество может быть реальным или выдуманным. Однако оно будет подстигать вас во всем – в работе, в быту, в любви, делая выше ваши результаты, а значит и шансы стать первыми. Еще с 29 апреля по 4 мая вы почувствуете в себе педагогические способности и сможете простыми словами объяснять сложные процессы и явления. Водолеям неделя преподнесет приятные сюрпризы и впечатления. Материальное положение будет стабильным, даже с перспективами на улучшение. Также эта неделя тайн и интриг. Водолеи смогут получить доступ к нужной информации и правильно ей воспользоваться. Рыбы, как и водолеи, узнают нечто такое, что перевернет их жизнь с ног на голову в период с 29 апреля по 5 мая. Новости вас обязательно порадуют. Также это прекрасное время для освоения нового хобби. Желательно, чтобы оно было связано со словом. Например, вы можете попробовать себя в роли поэта или журналиста. Следуйте подсказкам нашего астрологического прогноза, чтобы ловко преодолевать все преграды и прийти к желанным целям. С вами была Наталья Буслаева. До новых встреч и будьте счастливы!